Сегодня у нас дождик, ночью идет. Ой. Вот так вот. Ну, вы не увидите, я тут кучку уже, тут ее не видно, потому что темно. Ну, как бы у нас ночь. Ну, я так посмотреть еще, как у меня телефон записывает. Вот. Сделал сегодня забор со стороны соседки из горелок. Весь день, короче, точил. Осталось там 6-7 досок сделать, и будет доделан забор. И вот я что думаю, размышляю. Сделать трансляцию. Мне тут напомнили, что я трансляцию всегда делаю 19 июля, ну, на свою днюху. Вот думаю, сделать или не сделать. В принципе-то у меня есть что рассказать, а вот будет ли у меня возможность столько говорить по времени, это другой вопрос. Потому что сегодня было опять у меня ЧП. Вот именно почему я ночью не сплю. Ну, суть заключается не в этом. Конечно, хочется рассказать про человека, с которым я познакомился возле больницы, который подошел ко мне, к электромотоциклу, и немножко порасспрашивал меня про солнечные панели и так далее, про электротранспорт. И вы знаете, в 75 лет человек весьма грамотный и очень много знает. В то время как многие, даже авторы, да, их сложно назвать тем, что они что-то делают. Они просто зарабатывают бабло и рекламируют себя. Это совершенно разные люди. И ставить в пример их, ну, это как бы неправильно. Но я так скажу, что хорошие люди, грамотные люди, они есть. И это есть очень хорошо. И в последнее время мне таких встречается очень много. И можно, в принципе, вот про это и поговорить. Особенно мне комментарии понравились последние. Ну, не те, где наезды, да, а именно те, где ролики, где, например, 100 тысяч просмотров и тысячи людей, которые говорят, у меня все работает, а ты там рассказываешь, что это фигня, и это развод, и это не работает, и единицы пишут под этим роликом, все верно говоришь. Я сам в это верил, я сам, ну, теплилась надежда о том, что это работает. Пришлось самостоятельно все это проверить, изучить. И я понял, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, если аккумулятор вышел из строя или что-то там вышло из строя, оно уже не восстанавливается. Оно имеет конечный ресурс. И вот такие комментарии, ну, честно говоря, душу греет. Это значит, не все потеряно. Ну, не все, знаете, в интернете пишут отзывы, комментарии, такие именно грамотные. В основном здесь, ну, другой контингент, и на разных площадках он разный. Но, да, приятно, что есть, в принципе, грамотные люди, и есть люди, которые и ремонтами также занимаются, и находят полезности в моем контенте и могут даже что-то подсказать и рассказать из своего, исходя личного опыта. Это очень хорошо. Так что можно, конечно, про это поговорить, но вопрос в другом. Смогу ли я столько времени вести диалоги? Так что оборудование – это не проблема. Интернет – это должна быть не проблема. У меня сейчас, причем вплоть до того, что у меня есть 5G. Это очень хорошо. И плюс у меня пришла такая штука, в которой я могу не просто говорить на камеру, а еще на другую камеру одновременно показывать. И для этих целей мне необходимо изготовить... Кстати, у меня подсветка такая, кто не знал. Ночная. У меня их там много разных. У меня вот здесь вот, вы не увидите. Короче, три, и в принципе, и так-то не видно. Ну, солнечные панельки вот эти маленькие с батарейками. Как бы я себе сделал такую подсветку ночную. Классно, да? Я просто поражаюсь, что у меня телефон ночью снимает. А еще в 4К, еще и фокусируется, в принципе.
Нормально, еще оптическая стабилизация. В общем, оборудование я все купил, а здоровье мое не очень. Ну ничего, я знаю, что люди ждут, людям интересно, у людей должна быть хоть какая-то отдушина. Есть у меня зрители, которые, блин, по 10, 11, 12 лет подписаны. Благодаря Ютубу я знаю, что те люди, которые комментируют, сколько они на меня подписаны и подписаны ли вообще, и открыто у них, либо закрыто, соответственно, я тоже это вижу. Это весьма классно, когда тебе пишут комментарии подписчики, которые 12 лет там, или 11, или 10, или 8, даже 5, даже год, 2, 3 на канале ждут какие-то ролики по альтернативе, но я их не выкладываю по определенным причинам. Во-первых, вы не поверите, но у меня по электротранспорту то, что просмотров сейчас нет, они будут зимой, осенью, весной набирать просмотры, потому что для людей эта тема актуальна. Мне люди пишут, я на этот контент трачу время для того, чтобы людям ответить на их вопросы. Потому что одни и те же вопросы, проблемы разные, я их запоминаю, когда мне люди пишут. Я им отвечаю на словах, но так как эта проблема у многих повторяется, есть возможность, я записываю. Поэтому то, что просмотров оно не набирает, это меня вообще не тревожит, потому что я могу вообще ролики не снимать, они мне примерно 4-5 тысяч канал набирает просмотров. Мне этого вполне достаточно. Но зимой все это дело усилится. Знаете, этот же контент будет набирать, и он будет двигать мой канал, даже если со мной что-то случится или меня не станет. Поэтому я особо чисто не переживаю. А про альтернативу мне есть что сказать, просто мне интересно, просто надо как бы немножко затормозиться, и это я делаю именно из-за того, что многие люди до этого момента еще не дошли, ну и многих вещей не понимают. И чем дольше я буду как бы ждать, тем высока вероятность тому, что та информация, которой я владею, она будет актуальна на тот момент, когда она будет нужна. Вот как-то, ну, вы поняли мою мысль, надеюсь. Вот как-то так. Сегодня я посмотрел вот в окошко, вот думал, нифига себе, вот там вот Эйфелева башня. А это, оказывается, кран стоит стрелой на меня, а визуально похоже.